Safinovi. Mešár. Po ňom Štrbák. Štrbáková strela v modrejške do rážka Slavkovského 1-2. Slovensko sa predsa len dočkalo. Strelu teraz obetavo zblokoval Siniatkin. Slavkovský si dokorčuloval popuk, ale už bude pravdepodobne chcieť aj vystriedať ešte. Si ale vyskúša jednu individuálnu akciu. Petrovský, veľmi pekná kombinácia, Mešárová strela končí v sieti 3-6. Takto Nemec, rýchla výmena puku so spoluhráčmi. Šimon Nemec zostáva na modrej čiari na osi Slavkovského, strela, dorážka, gól! Vyhrávame 1-0, využitá presilová hra a podarilo sa nám zásluhu Petra Repčíka. Ešte snaha Semarinzla udržať puk v pásme. To sa mu nepodarilo. Je tu naša obrovská príležitosť. A gól! Vyhrávame 3-0. Parádna práca od Kojiného Koďura Slavkovského. Vo chvíľke sebavedomie, ktoré z neho strší. Parádne sa najskôr pohral s Jakeom Lavanevežom a potom aj s brankárom Lukasom Šiškom. Vyhrávame 3-0. Z tohto záberu bude nádherne vidieť, akým spôsobom zavážača puku do pásma na seba Mešár. Opäť pekná kombinácia, parádny gól Repčíka. Ďakovné telegramy idú tentokrát Slavkovskému. Dvorský 1+1. Slavkovský opäť, malý gól! 4-1 a späť na návidek. No a gól! A je autorom. Bol šikovnejší, tak možno v tejto chvíli, ale ani teraz. Napokon až do tretice sme dostali puk z pásma. Slavkovský sa prebil až za švédsku obranu. Stále Slavkovský už pozerá, komu by adresoval presnú prihrávku. Napokon si jeho Nemec nemal to na strelu z prvej, musel si puk prikopávať. Ešte Moško nahadzuje gól! Peter Repčík bol výborne postavený pred brankovom priestore a pravdepodobne puk ešte tečo. Mešár. Nemec, Slavkovský si pýta puk a bude páliť z prvej. Vyrazený puk ešte do rážka Dvorského. Gól! Predsa len Dalibor Dvorský. Сейчас, если бы эта передача от Ивана Демидова туда налево прошла. Атака контра атаку мы получаем в очередной раз и забивает Словаки. И забивает Словаки свою первую шайбу. Быстрый контр. They're precious little offense. They've had spurts. What a move. Oh my goodness. Not much on the shot, but loved the
United States responding. There's a shot that flutters over the head of Lakocsi. The stick of Cooley. Lobkowski has been really good in this game, number 20 in white. Centering pass in front, Comenzo! Так, классно подключился защитник и бросил прямо в упор. И опять добивание, гол! Но эта шайба назревала! И забивает Славковский! Юра... Этого очень результативного и хорошего защитника. И вот еще один момент. И что? Это дубль! Позиционную атаку. И здесь Славковский уходит из-под опеки. И вот этим броском сумел застать он врасплох Харисяка. Вот так вот 17-летний словацкий масочник Юрая Славковский. Немец дальше. Хельберг. Конечно, хороший матч провел Хельберг. Минут 45. Еще. Ой. Славковский пока единственный человек, который Словаков забивает. Что там должны думать более опытные взрослые игроки, когда все, пока вот все 100% голов сборной Словакии на этом турнире, это вот 17-летний Юрай Славковский. Какая большая разница, а? И вот здесь перехват Славковский из кистей. Гол! Юрай четвертую забивает на этой Олимпиаде. Вот хочется прям, знаете, зааплодировать прямо сейчас. Матвея Мечкова, одного из самых талантливых юниоров в мире. Но и задачи у команд разные. Российская сборная едет за одной медалью. Да, он уже 4 забил на этом турнире. И это лучший результат на Олимпиаде. Ну, наряду с Вальмором, да? Да, с Вальмором. Да, да. Вдоль борта, Роман. За ворот уехал. Легенда назад. И вот Славковский. Опасно. Это гол. Юрай Славковский открывает счет в этом матче. 17-летний словацкий вундеркинд. Славковский. Ну и давайте посмотрим. Вот здесь борьба у лесового борта. Ну там, кстати, я думаю, еще один пас результативный должен быть записан. А это уже... Смотрите, какой бросок. Вот 17-летний парень. Один перед воротами. Но все, умеет он бросать. И это продемонстрирует. Славковский, он уже еще такое одно, делал, да. Но в этот раз здесь передачи... перехватил. Но оба раза не дошли до партнера. Как внимательно нужно играть против него. Здесь попытка была в ближний угол. Вот приходится прессинговать. Приходится высоко встречать словаков. Славковский, как же он хорош, а? Понимает, что просто так Ларса Йоханссона не пробить. Очень квалифицированный вратарь, который... на этом турнире играет. Ровно и гол! Вот это да! Вот во втором матче на данном турнире. Когда заходит, тогда заходит. Вот как ничего особо не выдумывал. Вошел, весь свободный лед забрал, который ему давали хоккеисты сборной команды Швеции. И с движения бросил удачный рикошет. Рикошет. От да, кого? Да. От Фалина. От Фалина. Опять от этого парня. Да. Причем действительно не от такого.
Hironen. Ja nyt tulee sitten toista ylivoimakoostumusta jälleen. Jura Slavkovski hyppää laatikkoon. Siellä on Mitch Halse ja Slavkovski tulee itse tekeekö ratkaisun! Там зацепил французский игрок, но все равно шайба дошла до Латыша. Черешнев снова на Латыш. Бросок здесь. Слабковский добивание. Гол. И Томаш Татар реализует первое же словацкое большинство. Счет становится 2-0. Сборная Клэру. А вот тут справа Будон не успевает. Словакия снова бросает. Будет, а не будет проброса. Будет гол все-таки в пустые. Павел Регенда. 4-2. За 8 секунд до конца. Дубль Регенды. Мне кажется, если они победят без осмысленных атак, никто из них не расстроится, потому что матч чрезвычайно важный с точки зрения турнирной. Вот бросок Славковского. Правее стола шайба пролетела. Довести дело до броска. Выход через борт, шайба скачет. Шабот перекрыл левый борт, но рядом с ним сразу два словацких игрока. Славковский очень цепко играет и примчался на подмогу Шимон Немец, пятый номер. Защитник тоже очень любопытный парень, о нем еще обязательно сегодня поговорим. Какой момент словацкая команда? Одного у канадцев, бросок Николя Руа. И клюшка Черешняка улетает в угол, но именно этой клюшкой Черешняк помешал броску. Середина третьего периода, 4-1 в пользу Канады. Славковский... Blocked by Kristoff, and now Tatar digging for it. Tatar works it free. Back in for Kristoff. Slavkovski shoots, scores! There's what you're looking for. Every skeleton. Shoulder. But this is the release we saw so much of at the Olympics. Doesn't need a lot of time and space. Tremendous job by Tatar on the forecheck. Keep it alive. Wheel, fire, and man, it's off his stick in a hurry. Siegenthaler can't quite get stick on puck. And up and over Giannone's shoulder. Эти минуты. Ну а для словаков супер шанс изменить ход пока неудачно складывающегося матча. Для них хороший перевод. Лишка в центр. Бросок, и это гол. Это гол. Словакия сравнивает счет. 2. Славковский сумел все же протащить он шайбу из своей зоны. И дальше с ней не расстается. И что да будет? Что он творит, а? Удаление сейчас будет у сборной. Это просто Казахстан. Фантастика какая-то. Да. Гулит. Ну как Славковский из своей зоны. Протащил он шайбу. И здесь, да, но здесь явно нарушил правила. Сходи. Да. А что еще оставалось делать? Так, ну и кто будет бить Гулит? Ну, наверное, сам Юрай Славковский. Сейчас посмотрим. Итак, Славковский против Шутова. И разобрался Юрай Славковский. 4-2. И этот будет реализован. Да, важно сейчас, конечно, после вот этих вот шайб сборной Казахстана не развалиться. Так, в принципе, все неплохо было. Но вот здесь, конечно, индивидуальное мастерство Славковский. От штанги шайба влетает в ворота. Славковский. Бросок по воротам, отбивает шайбу. И добивание. Гол. 1-0. Сборная Словакии выходит вперед. И автором заброшенной шайбы становится Михал. Передача в центр на свободный лед. Никого из партнеров там не оказалось. Славковский один против двух. Приехали ему на помощь партнеры. Налево передачу делает Сикора. 2-0. За 5 секунд до конца второго периода. Адамс отправляется вглубь зоны. Через 10 секунд появится Матиас Баухансен. Бросок подставления Славковского. Еще один эпизод, и уже 3-0. Похоже, это Паул Регенда. Но Славковский в очередной раз, по сути... На него вдвоем катят, причем габаритные парни. Славковский отобрал. Славковский пошел обыгрывать и едва не забил, а затем и забил. Юрай Славковский. 5-0 сборная Словакии.
Посмотрите, какой прессинг. Реген не сумел шайбу сохранить. Кришлов красавец. Лавковский в классной позиции и пошел обыгрывать. И до конца пошел, что важно. Вот это то, что отличает его от многих игроков, которые выходят на Draft NHL в этом году. Он всегда идет до конца. Он габаритный. Он любит обыгрывать. И он никого не боится. Если пространство ему дает, то это в большинстве случаев потом. Что касается Регенды, то он представляет клуб Дукла. Это самое Дукла не чешское, а тоже словацкое. 39 очков у него в нынешнем сезоне было в 43 играх. Так что действительно...